сегодня. Какой народ такие и бояре? Помните, что эпицентр и сотни велюров сделали с малым бизнесом во время локдауна? А теперь кого-то удивляют киевские таксисты с шестикратным повышением цен на услуги. Ну, как не вспомнить уже крылатое украинское выражение «система наскрізь прогнила». И может ли зараженная почва, то есть непосредственно каждый пересечный громадянин, дать хорошие здоровые ростки, то есть правящую элиту? Чувствую, что точно не сегодня. Этот карантин сломался, несите новый. Из 25 регионов в 21 превышен эпидемиологический порог COVID-19. С нынешними темпами вакцинации она завершится аж в далеком 2035 году. В Киеве в первый день локдауна произошло все. Дефицит спецпропусков в транспорт, 12-бальные пробки и резкий рост тарифов на услуги такси. У Uber даже приложение поломалось. Кабмин пока в интеллектуальном локдауне. Что делать с перегрузом медицинской системы, не знают. Отдирать асфальт с большой стройки и менять на аппараты ИВЛ – не вариант. Министр эпидемии Степанов меняет показания едва ли не ежедневно. Основываясь, подозреваю, на рекомендации политтехнологов, а не на реальной картине с коронавирусом в стране. Мы то героически побеждаем болячку, то снова, шеф, у нас все пропало. У нас идет медицинский апокалипсис. Но делать-то что-то надо. Ну, лучше чужими руками. Например, спихнув всю ответственность на местную власть. Ну, чтобы вдруг чего благодарный избиратель пришел именно по душу мэра или главы ОТГ. У победы много отцов. Поражение всегда сирота. Вообще сейчас взаимоотношения центральной власти с местным самоуправлением напоминают сказку. Ты мне вершки, я тебе корешки. Мы в турборежиме что-то проголосуем, а вы там на местах разбирайтесь. А знаете, что среди небольшой фракции партии «Слуга народа» в Горсовете Днепра есть публично активные врачи? Так может, они объяснят, где подхватили когнитивный диссонанс? Это когда центральная власть, то есть собственная политическая сила, проводит медицинскую реформу, предполагающая сокращение и укрупнение медучреждений. А местные слуги устраивают бунт. Интернет-бунт. Бессмысленный и беспощадный. Адресованный, вопреки здравому смыслу, к власти местной, которая лишь исполняет спущенную из Киева медреформу. В данном случае за Мисцевым логичнее было бы даже написать в лото забава. Ведь главврачу Мечки Сергею Рыженко и его коллеге Юрию Скрипцу достаточно поднять вопрос о медреформе на любом партийном селекторе или же на съезде прямо спросить у президента. У партии «Слуга народа» все так плохо с коммуникацией? Или Рыженко со Скрипцом утратили веру в своих политических боссов? Ну, право же! Партийные чатики «Слуги народа» существуют не только для того, чтобы там пранковать про смерть Николая Тищенко. Может, стоит попробовать написать: «Уважаемые коллеги, прекратите реформу, она нам жизни не дает». Чтобы отменить или подкорректировать медицинскую реформу, у партии «Слуга народа» есть все инструменты. Монобольшинство в парламенте, свой кабмин и свой президент. И даже целая фейсбук-страница Сергея Рыженко, где он уверенно с радостью поддержит решение родной политсилы прекратить, цитирую, «геноцид во время пандемии коронавируса». Ну, видите, как все просто решается. Не надо изобретать велосипед. Он у вас есть. Вы на нем все дружно во власть заехали в 2019-м. Не сегодня.